Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсин». Мы с вами сегодня находимся в районе Ак-Денис. Будем с вами смотреть квартиру 1+1 вот с таким прекрасным пляжем. Посмотрите, здесь свои лежаки, свои зонтики, свой заход к морю, песчаный пляж, пологий заход. И комплекс у нас с очень богатой инфраструктурой. Здесь есть своя кафешка, огромнейший бассейн, детская площадка на берегу моря, отдельный бассейн для детей. Очень много зелени, очень красивая ландшафтная зона. То есть комплекс с богатой внешней и внутренней инфраструктурой. Наша квартира находится на втором этаже, квартира 1+1. Сразу скажу, что в квартире требуется небольшой ремонт. И пойдемте теперь посмотрим ее. Итак, мы с вами зашли в квартиру. На каждом этаже у нас всего по две квартиры. Как заходим, перед нами открывается, в принципе, вся квартира, можно сказать. Гостиная, кухонная зона. Но хочу отметить сразу, что здесь квадратура квартиры не менее 50 квадратных метров. То есть огромный плюс, конечно, это его квадратура. С этой стороны можно будет поставить небольшой встроенный шкаф, ввести при желании, но сейчас у нас здесь находится обувная полочка, холодильник, с этой стороны небольшая кухонная зона, каменная столешница, стиралка, сверху шкафчики. И с этой стороны тоже вот такой вот небольшой комодик, варочная панель сверху, все остается. Проходим далее. И с этой стороны у нас получается обеденная зона. Хозяева выделили здесь как обеденную зону. И отсюда мы с вами переходим уже в зону гостиной. Обратите внимание вот на эту балку. Я думаю, здесь можно как-то сделать какую-то декоративную перегородку и зонировать помещение. Вот такая зона, гостиная зона у нас. На полу плитка, по всей квартире одинаковая плитка, диван раскладной, и здесь еще где-то 1,60 м кровать установлена, которая с подъемным механизмом. С этой стороны зона ТВ с небольшой полочкой. Далее переходим с вами в спальню. Спальня тоже просторная, такая хорошая спальня. Здесь две кровати по 90, комод, вот такой большой купейный шкаф, тумбочки. Как вы видите, много места для хранения и плюс еще передвигаться комфортно. За окном, вернее окна у нас в гостиной, в спальне все выходят на трассу D400 с видом на район Ак-Денис, Соли Ак-Денис, можно сказать. Кстати, до торгового центра Соли отсюда примерно, думаю, 10-15 минут пешком. И у нас осталось последнее помещение, это уже санузел. Вот такой небольшой санузел здесь. Есть с этой стороны инсталляция, душевая зона, мойка, шкафчик под мойкой и над мойкой. Что хочу сказать? Хочу отметить, что, конечно, здесь шкафчики фасада чуть-чуть разбухли. То есть можно будет поменять фасады, здесь тоже чуть-чуть они разбухли, но понятно, что в квартире требуется небольшой ремонт. Огромный плюс этой квартиры, как я ранее говорила, во-первых, это квадратура, и во-вторых, это, конечно, его локация. Квартира у нас находится на первой линии моря с шикарным чистым песчаным пляжем и пологим заходом. Кстати, у этого сите свой личный пляж, свои лежаки на берегу моря. Ну и помимо этого, конечно же, классная территория, зеленая большая территория с огромнейшим бассейном. Вот такая вот квартира 1+1 в районе Ак-Денис, Соли Ак-Денис, как вы привыкли. У нас сегодня на просмотре, квартира на втором этаже. Требуется чуть-чуть ремонт, вложение требуется, но и цена очень даже хорошая. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, пишите по указанным номерам, всем с удовольствием ответим. Всем спасибо и до новых встреч!